Последний звонок. Для кого-то долгожданный, для кого-то грустный праздник. И волнительный. Для всех без исключения. В пятницу в Ивановской области для учащихся 9 и 11 классов прозвенели последние звонки. В 22-м лицее торжественная линейка проходила в школьном дворе. Здесь 84 выпускника уже готовы шагнуть во взрослую жизнь. Сегодня очень такое нежное настроение, ностальгия по школьным прожитым дням, воспоминания, любовь к учителям и огромная благодарность им за то, что они сделали для нас. Напутственные слова в этот день звучали от учителей, родителей и даже чиновников. Ребятам пожелали ни пуха, ни пера. Удача им сейчас действительно пригодится. Знания получены, впереди испытания экзаменами. Много ребят подтвердили свои отличные оценки за все годы учебы, и мы надеемся, подтвердят их и на выпускных экзаменах. Но самое главное, ребята, не пользуйтесь шпаргалками, не пользуйтесь телефонами. Я еще раз хочу подчеркнуть, потому что у вас есть знания. Ваши прекрасные учителя вложили в ваши головы все, что поможет вам сдать экзамен. Верьте в себя. Больше выпускников в этот день волнуются только их родители. У детей начинается взрослая жизнь. Она будет сложной, понимают мамы и папы, но непременно счастливой. Вспоминая вот тот далекий первый класс, понимая, что они теперь не будут никогда маленькими, что они будут строить свое счастье и будут использовать тот фундамент, который им дали наши прекрасные педагоги, прекрасные психологи, руководители и весь персонал нашей школы, лицея номер 22. И я так думаю, что этот фундамент очень крепкий, сильный. Они им дали много добра, знаний. В этом году 11 класс в Иванове заканчивают 1865 учеников. Все они пока на распутье. Куда пойти и кем стать, пожалуй, станет их первым взрослым решением. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.